И только что стало известно, что в номинации «Моя семья, мое богатство» победили Валякина из Пензенской области. Номинацию «Семья, хранительница традиций» завоевали шутливые представители Нижегородской области. Приз зрительских симпатий получили Мещерякова из Мордовии, о которых мы рассказывали только что в нашем сюжете. Награда за доброе сердце отправилась в Самарскую область, а самой успешной семьей Приволжья стала семья Абакшиных из Пермского края. Наши земляки Львовы заняли второе место.